Добрый день! В этом году я пожелала вырастить у себя на окне помидоры, огурцы и еще кое-что. Вот уже прошло 20 дней. 11 февраля я садила помидоры, лук и что-то еще такое загадочное вам покажу. Балконное чудо. Вот такие томаты. Малепусенькие, уже появляются листочки. Вот так из груши потихонечку, понемножечку, по мере подсыхания сверху земли, по капельке добавляю водички. Балконное чудо. Раннее чудо для дома и сада. Отличный, ультраскороспелый карликовый сорт для любителей мини-огородов на окне и балконе. Я думаю, у меня все получится. Вот это то же самое. Я садила в две таблетки, в несколько таблеток, две вот взошли. И я уже их вот сюда пересадила. Вот они уже, какие здесь листочки. Ну, этот еле-еле, душа в теле, но третий листочек в середке уже появился. А вот так выглядят вот эти два сорта Аляска, Бетта. Вот они, тоже карликовые. Вон какие листочки. Какая прелесть, да? И по росту растут. Ну, как, наверное, тянутся к окну. Ну, я их кручу. Ну, вот эти, потому что взошли позже, Бетта. Тоже карликовый сорт, скороспелый. Это Аляска. Ну, не буду тут читать, понятно, что на окне. Скороспелый 90-95 дней от всходов до плодоношения. Это бета вот эти вот. Ультраскороспелый, низкорослый. Я думаю, у меня все получится. Еще немножко, и я буду их пикировать. А вот так выглядит на сегодняшний день лук-порей. Тоже садила 11 февраля. Ну, взошли не все семечки. Ну, этого достаточно. Посмотрите, как много. И сверху вот эти черненькие семечки. Где-то я отщипнула, где-то жду, чтобы сами упали. Больше вот эти не буду щипать. Хочу понаблюдать, как они будут падать сами. Лук-порей Веста. Его, скорее всего, буду садить на грядки, на улице. Очень люблю этот лук. Его порезать, заморозить зимой. Как вкусно с ним готовить. Ну и гвоздь программы, это, конечно, земляника. Открываем. Так она у меня и стоит на одном месте. Не поворачиваю, не разворачиваю никак. Вот так сейчас я достала с полочки. Вот так назад и поставлю. Вот так она выглядит. Конечно, семечки взошли не все, но этого тоже много. Очень даже достаточно. Землянику я хочу вырастить на окне. Рассажу по горшкам, в кашпо, возможно. И будут свисать кустики и ягоды. Я так мечтаю. И я так хочу. А раз хочу, так и будет. Очень на это надеюсь. И также семечки. Прямо вот здесь вот они на листиках. Вот они, эти семечки. Но я землянику боюсь особо трогать. Немножко вот так вот. Кое-где вот так вот ручкой вот этой как бы рыхлю. Но вчера рыхлила, сегодня не буду трогать. Также по чуть-чуть вот из этой груши, по чуть-чуть тут по капельке, вот так по краюшкам начала уже поливать. Ох ты, а вот здесь я только что заметила, посмотрите, вот здесь видно. Вот на этом росточке уже появился листик, вот он резной. Вот это здорово.
Даже если один у меня вырастет, это же вообще прелесть будет. Как бы мне не перепутать, так, вот так, да? Я хочу так вот еще развернуть, показать. Так, вот так вот. И вот так выглядят огурцы на сегодняшний день. Какого числа я садила огурцы? Так, забыла. 18 февраля я садила огурцы. Недавно я подсыпала сюда землю. Уже корни видно во всех горшочках. И уже дают листочки. Вот они. И что интересно, тут растет какая-то травка. Земля покупная. Но пока сидит эта травка. Посмотрю, мне тоже интересно за ней понаблюдать. А здесь вон какая там вылезла. Ну неужели это тоже огурец? Ну я по одному семечку садила. Вот он. Ну тут всяко не травка. Ладно, наблюдаем. Сегодня буду уже еще подсыпать земли. Где-то вот так. Огурчики стала на ночь убирать на кухню в тепло. На окне не держу, потому что все-таки им надо потеплее. Игорь на несколько дней ездил в Благовещенск по делам, по запчастям. И привез оттуда аж 4 булки хлеба. Чем меня, конечно, насмешил и удивил. Говорит, зашли они в супермаркет за продуктами. И там очень вкусно пахло. И прямо на глазах у покупателей пекут хлеб. И вот он очень соблазнился и купил этот хлеб. Ой, не могу. Так смешно. Я еще не пробовала, сейчас попробую. Ну, хлеб да хлеб. Что там пишут? Свежий хлеб каждый день. Лучших чего? Сортов в России товаров. Лучших товаров. Господи. Так, что тут-то еще пишут? Хлеб выпечка. Хлеб столичный 500 грамм. 26 рублей. Ну, пекут на глазах у покупателей. Как вы думаете, почему? Это просто маркетинговый ход. Вот и все. И вот и Игорь мой, видать, с голодухи схватил. 5 булок. 5 тут они съели, по-видимому. Вот такой хлебушек. Сейчас разрежу. Ну, угостим родственников. Сами будем эти дни есть. Вот он какой. Он и не белый. Ну, пахнет. Пахнет хлебом. Хлеб да хлеб, обычный хлеб. В общем, Игорь мой попался. Поймался. Вот так они и делают. Это на сознание людей так воздействует. Особенно в продуктовых магазинах это любят. Не надо ходить в магазины голодными. Не, ну вкусный, да, хлеб. Зато мне не печь аж сколько дней. В морозилку положу. Одну булочку угостим, может еще. Не знаю. Ну, это Софикина трава. Я ей 2 раза в день достаю с этажерки, даю ей жевать. Сегодня 2 марта. Ожидаем. Вроде как говорили, что 2-й раунд переговоров назначен на 2 марта. Все, наверное, сейчас в мире волнуются, переживают. Я лично переживаю. Ну, особенно, наверное, ждут и переживают 2 страны. Сами знаете, какие. Про политику не буду.
Ну, будем ожидать. В первый день переговоров я целый день и телевизор, и интернет штудировала, спала, не спала долго, переживала, думала, анализировала. Наверное, многие сейчас это делают. Раньше мы и не вникали в эту политику, но все-таки надо быть немножко в курсе. Но я думаю, что все-таки закончится нормально для обеих сторон. Будем очень на это надеяться. Всем всего доброго. Всем всего хорошего.